визжала как сумасшедшая. Сибитова размазала Бузову и напророчила ей одиночество. Звезда шоу «Давай поженимся» на Первом канале раскритиковала поющую телеведущую Ольгу Бузову и юмориста Тимура Батрутдинова. Роза Сибитова упрекнула знаменитостей в подрыве семейных ценностей. Телесваха отреагировала на скорое появление в эфире передачи «План Б» с участием Бузова и Батрутдинова. По задумке авторов проекта, Ольга и Тимур под прицелом телекамер будут искать себе спутников жизни. По мнению Розы Сибитовой, такие программы негативно влияют на молодую аудиторию и не способствуют появлению настоящих чувств между ее участниками. В пример телесваха привела шоу «Давай поженимся», ведущей которого является много лет. Сибитова подчеркнула, что она и ее коллеги пытаются не просто найти пару герою, у них много других задач. Роза помогает участникам программы разобрать ошибки и понять, почему не удается прийти к браку. Между тем, Бузовой знаменитость напророчила тотальное одиночество. То, что делают сейчас Бузова с Батрутдиновым, полный подрыв семейных ценностей, ведь на них смотрит подрастающее поколение, во всем копирует поведение и мотивацию. Мне плевать, что делает Бузова со своим телом. Ее стиль жизни не приведет к семье. Я тоже человек, который веселит, но вместе с тем давайте оставаться людьми. Цитирует Розу Сябитову на Шенис. Публикация фотографии из Инстаграм. Звезда Первого канала не понимает смысла телепроекта «План Б». По словам Свахи, в этом шоу, скорее всего, на достойное поведение не будет даже намека. Роза Сибитова вспомнила, как сталкивалась с Ольгой Бузовой на съемках телеигры «Форт Боярд». То, как вела себя певица, не понравилось телеведущей. Визжала как сумасшедшая. Мне было неприятно на это смотреть, потому что идея программы не в истерии, а в преодолении. Размазала вокалистку Роза Сибитова. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Уставший от грязи и сплетен Шепелев задумался об уходе. Очень чувственно. Дарья Мороз показала задорные соски. Взбесившийся Порошенко поставил подножку Зеленскому. Валерия из-за болезни потеряла ребенка от Пригожина. Самая молодая миллионерша бросила мужа из-за пустяка. И многое другое.